Итак, я сейчас нахожусь в своем Pair кошельке. У меня на нем 43 копейки, и поэтому я сейчас должна его пополнить. Сейчас мы это сделаем. Рублевый кошелек. 123 рубля пополнить. Вариантов у нас здесь много. Банковские карты, различные банки и так далее. Но мы сейчас посмотрим. И вот обратите внимание, через обменники. Вот эти варианты, это через обменники. Ну, обменник, он всегда возьмет еще дополнительно какие-то денежки. А вот Киви можно заплатить без. То есть это одна из электронных систем, которая популярна в России. Можно заплатить без обменника. Банковские карты и это. Давайте посмотрим, что будет, если я все-таки захочу заплатить через Сбербанк. Это самый, наверное, распространенный способ. Ну, вот 130 рублей с меня снимут с Сбербанка. Так. Ну, я хочу вернуться и заплатить с Киви. Почему с Киви? Там будет немножко дороже, но у меня просто на Киви небольшая сумма есть. И ее выводить мне невыгодно. Мне выгоднее ее потратить в интернете. Поэтому сейчас я заведу деньги с Киви. Покажу вам, как это делается. Так. Вот сюда нужно ввести свой номер Киви. Так. Подтвердить. Нужно ввести код из СМС. Сейчас он придет. Ага, он уже пришел. И теперь я нажимаю на кнопочку «Подтвердить». Теперь мне написано, зайдите в Киви кошелек, найдите вкладку счета, оплатите выставленный счет, оплата будет зачислена автоматически. Ну, сейчас мы это сделаем. Иду в Киви кошелек. Войти. Мне нужно найти счета. Вот этим посмотреть. Вот он мой счет. И я выбираю оплатить. Естественно, что со счета оплатить. И сейчас мне придет код. И я нажимаю подтвердить. Все. Идем. Уже сразу же внутренний баланс написано пополнился. Обновляем. Вот у меня 123 рубля 43 копейки. Теперь я могу спокойненько регистрироваться в программе ВК-миллион. Благодарю за внимание. Я думаю, что вам было все это понятно. Ничуть не сложнее будет перевести со Сбербанка, с карты, с Альфа-банка и так далее. Я показала с Киви исключительно для того, чтобы потратить те деньги, которые я получила по партнерке на этот сервис. Дело все в том, что с Киви
удобно выводить крупная сумма, ну как крупная сумма, там, начиная, по-моему, с 3000. Потому что там берется комиссия определенная. Или нужно заказать карту Киви. Ну, у меня достаточное количество карт, у меня там Яндекс.Карты есть. И, в общем-то, в принципе, я могла бы, конечно, сделать вывод на Альфа-банк, но просто там большой процент. Благодарю за внимание. С вами была Светлана Молодежникова.